Христианская студия «Свет на Востоке» предлагает вашему вниманию книгу Вальтера Дробиша «Я любил девушку». Часть первая. После долгих раздумий я передаю эту интимную переписку двух людей на суд общественности. Переписывались молодые люди на французском языке и жили в ныне независимом Камеруне, Западной Африке. Когда я там преподавал в одной из высших школ, молодые люди часто спрашивали у меня совета. Факт, что такое взаимное доверие между представителями разных рас и народов, как это следует из предлагаемых читателей писем, вообще возможно, является весьма обнадеживающим. Тот, кто будет удивлен откровенностью этих писем, пусть подумает о том, что никто из писавших не предполагал, что они будут преданы гласности. Франсуа и Сесиль сами предложили опубликовать их. Полагаю, что если им была оказана помощь, то они могут помочь и многим другим. Вальтер Дробиш. Должен был бы прийти к вам лично. Однако вместо этого вы получите это письмо. Я слишком стыжусь, чтобы посетить вас. К тому же у меня нет денег для такого путешествия, так как я уже больше не работаю учителем. Меня уволили с работы. Я
также в церкви, называется «Прелюбодеяние». Эта девушка не была замужем и не сожительствовала с кем-то другим. Она и не была обещана другому. Так как никто другой не уплатил за нее положенного вела, она и не принадлежала никому. А потому я не понимаю, в чем моя вина. Я не женат, и у меня не было намерения жениться на этой девушке, имени которой, кстати, я даже не знаю. По моему мнению, заповедь «не прелюбодействуй» не относится к моему случаю. Вот поэтому мне совершенно непонятно, почему меня лишили права участвовать в вечере Господней и подвергли на 6 месяцев церковному наказанию. Один из моих учеников принес на меня. И внутренне я почти совершенно разбит. Господин пастор, вы крестили меня. Вы учили меня в школе. Вы предлагали мне свои советы и знаете, как я стал христианином. Вы знаете меня лучше, чем мой родной отец. Поэтому мне бесконечно больно причинять вам такое горе. Но я говорю вам совершенно откровенно. Я не чувствую себя особенно виноватым. Правда, я стыжусь сплетен, но я все еще считаю себя христианином. Вам я решаюсь сказать, что я думаю, даже если я этим вызову ваш гнев на свою голову. Но не для того ли мне дана страсть, чтобы удовлетворять ее? Не для того ли даны мне мои половые органы, чтобы пользоваться ими? Почему грех воспользоваться тем, что сотворил Бог? Итак, я заканчиваю на этом свой письменный визит. Ухожу. Так как от меня все отвернулись, я не надеюсь на ответ. Больше мне вам нечего сказать. Я получил твое письмо и благодарю тебя за то, что ты сам написал мне о случившемся, прежде чем я узнал бы о нем из другого источника. Конечно, я очень опечален. Правда, мне и неудобно, потому что я был тем, кто рекомендовал тебя на преподавательский труд. Однако откровенность твоих вопросов совсем не раздражает меня. Напротив, она глубоко трогает меня и дает мне надежду, что я смогу тебе немножко помочь. Разреши мне только в ответах быть столь же откровенным, как и ты. Остановимся прежде всего на вопросе, заслуживает ли твой случай название «прелюбодеяние». Ты вполне прав. В половых побуждениях по существу нет ничего греховного. Волнение, которое ты испытываешь, глядя на красивую девушку, сердцебиение, которое ты чувствуешь, это еще не нарушение заповеди Божьей. Ты также не можешь избежать этих мыслей и этих чувств, как не можешь помешать птицам летать над твоей головой. Но ты бесспорно можешь помешать этим птицам свить себе гнездо в твоих волосах. Несомненно, половое влечение от Бога – это дар Божий, даже один из самых ценных даров, которые ты получил в своей молодой жизни. Однако наличие страстей еще не оправдывает необузданного удовлетворения их.
наличие силы совсем не говорит о том, что она может слепо и безудержно господствовать над нами. Что бы ты сказал о молодом человеке, который остановился бы в большом городе перед витриной мясной лавки, предавшись следующим размышлениям? Я вижу вот эту ветчину и колбасы, испытывая голод больше прежнего. Они возбуждают мой аппетит. Это и убеждает меня, что они предназначаются для меня, потому мне необходимо иметь их. Итак, могу ли я взять камень и разбить стекло витрины? Ты пишешь, имеющееся должно найти себе применение. Прекрасно. Но все в свое время. Представь себе, один из твоих друзей работает полицейским и первый раз в жизни получил в руки пистолет. Он мог бы размышлять следующим образом. Пистолет этот я приобрел не сам, мне дали его. Так как мне дали его, то я должен воспользоваться им. Поэтому я могу стрелять в кого хочу. Нет, конечно, таких прав у него нет. Если и дан ему пистолет, то за применение его он несет ответственность. Точно так же обстоит дело и с твоим половым влечением. Оно должно и может быть удовлетворено. В свое время и в вполне определенных условиях. Такова воля Божия. Лишь в соответствии с волей Божией оно производит доброе, становится источником жизни и служит соединению двух любящих. Не подчиняясь порядку Божьему, оно может стать орудием разделения и гибели, даже источником жестокости, извращений. Я мог бы еще и так сказать, по воле Божией оно совершает телесное соединение двух человек, однако только в том случае, если является выражением любви. Одно предложение в твоем письме особенно заставило меня задуматься. Ты пишешь, я любил девушку, нет, дорогой, ты не любил эту девушку. И лег вместе с ней в постель. А это два совсем разных понятия. Ты удовлетворил половую страсть, но не узнал, что такое любовь. Да, ты можешь сказать девушке, я люблю тебя, а про себя думаешь, я хочу что-то получить. Нет, не тебя, а от тебя. У меня нет времени ждать. Я хочу иметь это без промедления. Собственно, мне безразлично, что будет дальше. Будем ли мы вместе жить? Будешь ли ты ждать ребенка? Меня это не интересует. Меня интересует лишь данное мгновение. Я пользуюсь тобой, чтобы удовлетворить свои желания. Для меня ты являешься всего лишь средством достижения моей цели. Я хочу иметь. Иметь без всяких оговорок. Иметь немедленно. Это прямая противоположность любви. Любовь хочет давать. Любовь ищет счастье другого, а не своего. Ты действовал как типичный эгоист. Вместо того, чтобы говорить «я любил девушку», ты должен был бы сказать «я любил себя» и только себя. Вот ради этого я и воспользовался девушкой. Позволь сказать тебе, что фактически означает «я люблю тебя». Ты и только ты. Ты одна только та, которая предназначена для меня. Тебе принадлежит единственное место в моем сердце. Ты тот человек, о котором я тосковал и без которого я не могу быть совершенным. Тебе одной я хочу все отдать, отдать тебя самого. Для тебя я и хочу жить, существовать. Для тебя я хочу жить и трудиться.
тебя хочу ждать. Для тебя у меня всегда найдется терпение. Тебя никогда не буду понуждать к чему-то, даже слову. По отношению к тебе буду всегда искренним, правдивым и откровенным. Тебя хочу беречь, охранять, защищать. С тобою только хочу все разделять и все пережить. К тебе всегда хочу прислушиваться. Без тебя ничего не хочу предпринимать. С тобою только хочу всегда жить. Видишь, как далеки твои переживания от такой любви. Ты не знаешь даже имени этой девушки. Она была для тебя не человеком. Она была для тебя всего лишь очередной девкой. Тебя не интересовали ни ее прошлое, ни ее будущее. Тебе было совершенно безразлично, что происходило в ее сердце, когда ты брал ее. И если даже она зачала от тебя ребенка, то это ее дело. Тебе все это безразлично. Нет. Ты не любил ее. Любовь берет ответственность за другого. Там, где люди, не говорят больше «я», а говорят «ты». Я несу ответственность за тебя, а ты несешь ответственность за меня. Любящие стоят вместе пред Богом и говорят «не я и ты», но говорят «мы». Братья, и только в браке это «мы» становится действительностью и запечатлевается в телесном соединении. Только в браке расцветает любовь между мужем и женой, потому что она требует прочности и верности. Истинная любовь никогда не иссякает. Вот поэтому тебе необходимо в высшей степени бережно обращаться с великими словами «Я люблю тебя». Только в браке место для применения твоей половой силы. Она поможет тебе любить свою жену. Она будет одним из способов, с помощью которых ты сможешь сказать ей, как сильно ты любишь ее. До брака, однако, ты не должен пользоваться ею.